Всем доброго дня, меня зовут Аида. На данный момент я являюсь обладателем гранта от Фонда Евразии и Центральной Азии по направлению войлоковаяния, получается. Я решила совместить ваяние войлока и шитье и как бы в будущем использовать все это во благо. Может, я выпущу какую-нибудь серию детских вещей или женских, подростковых, совмещая современные и свое национальное, возродить национальные ценности. Я все это пришивала на данной машине швейной, которую приобрела на средства гранта, выделенные компанией Shell. И вот получается вот такой теплый жакетик. Являюсь одним из координаторов клуба 28 петель на данный момент и волонтером в течение 7 лет почти. На полученные средства я приобрела 6 и в процессе изготавливаю коврики для недоношенных детей в перинатальный центр.